Насколько заметно за последние годы в республике улучшился бизнес-климат? Центр инновационных технологий – одно из 47 тысяч малых и средних предприятий Чувашии. На какие меры поддержки сейчас могут рассчитывать предприниматели? У большинства предпринимателей возникает потребность в крупных займах. Подробности в программе «Экономика в деталях». Смотрите на нашем канале 16 апреля в 20:30.